Алло, турагентство туда-сюда, Анжела, слушаю. Да, заморышек, я вас помню, вы у нас на море поехали. Как моря нет? Ну-ка, расскажите поподробнее. Так, вы приехали, отметили приезд, потом еще раз отметили, а еще раз и еще раз смотрите в окно, а моря нет. Господи. А шторы пробовали открыть? Ну что, появилось море, наслаждайтесь. Нет, спеть я с вами не смогу, да, всего доброго. Ага. Тук-тук-тук-тук-тук. Дам-дам. Скажите, я туда попал? Ну, смотря куда целились. Это туристическое агентство туда и обратно? Туда и сюда, что желаем. Я присяду? Да, пожалуйста. На стул, пожалуйста. На стул. Я вас слушаю. Знаете, я получил отпускные, вот, $100. А, плюс, значит, предновогодняя премия. Значит, и того с новогодней премии получается 103. Вот, и хотел бы выяснить, куда бы на эти деньги я бы смог съездить отдохнуть, вот, всей семьей. 16 ром на 24 дня. Знаете, желательно самолетом, а то бабугалю в поезде укачивают. Сказали обратиться именно к вам. Ну, вы знаете, юноша, с таким бюджетом в $100. 103. А, простите, в $103. Вы, конечно, можете обратиться в любое туристическое агентство, и вас везде, не сговариваясь, пошлют в одном и том же направлении. 16 ром? Ага. Пойду посоветуюсь с домочадцами. Да, пожалуйста. Алло, турагентство туда-сюда, Анжела, слушаю. О, Танька, ты привет. А все окучиваешь иностранцев, кто на этот раз? Ого, американец-миллиардер. Что желает? Необычное экстремальное знакомство с Россией. Ну, конечно же, помогу. Ты чего? У нас как раз появился новый отличный тур для миллиардеров. Просто для миллиардеров. Называется «Куда приводят мечты?». Значит, месяц живет на пенсии учительницы. Надумайте, звоните. Пока. Дам-дам. Вы знаете, это снова я. Да. Значит, мы посоветовались с домочадцами, и с бабой Галей тоже. Вот. И они все вместе решили послать меня одного. Ну, в принципе, правильно. Вот. Но так как я один, без бабы Гали. Хотелось, знаете, что-нибудь такое, знаете, такое романтическое, такое, знаете, экстремальное, такое, знаете. Вы меня понимаете? Ну, не совсем. Не совсем? Да. Знаете, я смотрел сериал про спасателей, он назывался «Спасатели Малибу». Что, простите, мыли спасатели? Ну, сериал так назывался «Малибу». Буйки, наверное. Вот, так вот там у них море, там у них пляж, там у них солнце, яхта, много-много-много красивых девушек, и я один. Я думаю, вы мне поможете? Я сейчас, секундочку. Я в долгу не останусь. Что это такое? Ну, это шоколадка. А почему начатая? Бабу Гале не понравилось, горьковато и не разгрызть. Слушайте, не надо.
надо, не надо, не надо. Есть у меня для вас прекрасный тур. Это курорт Сан-Тропе, остров Деля-Понте, пятипалубная яхта Джордана Карлуччи, 5 девушек на каждой палубе из разных модельных агентств мира. Да скажите, а му-му-му-му-латочка будет? И му-му-латочка будет. Я же один без бабы... Без бабы Гали, я понимаю. Все в закрытом пространстве, вся еда, все напитки включены. 10 дней беспрерывного романтического экстрима. Согласен. Отлично. А в чем экстрим? А, 10 тысяч евро в минуту. 103 там долларов, ничего там не подыщете? Молодой человек, за 103 доллара надувная лодка, река Резвая Синявка, Баба Галя до Кызла Перетяжска и обратно. За 50 долларов, думаю, ложитесь. Простите, это все с питанием? Да, шведский стол. Если до Швеции догребете. Пойду посоветуюсь с домочадцами. Да. С Бабу Галей. Конечно же. Советуйтесь. Алло, Анжела, туда-сюда, ой. Агентство туда-сюда, Анжела, слушаю. Да, доставай, вы у нас в Африке. А что случилось? Почему шепотом? Из вашего номера не уходит отвратительная пузатая горилла с кривыми ножками и в ваших трусах? Доставай, отойдите от зеркала и не морочьте голову. Тук-тук-тук-тук-тук. Дам-дам. Это снова я. Вот. Значит, я не стал ни с кем советоваться. Даже с Бабой Галей тоже не стал. Посидел, значит, один сам с собой. И вот я подумал, может быть, мы вместе с вами, вы и я, together. Я говорю, господи. Вместе с вами съездим на рыбалочку к моему Шурину в Балты Балаклайкс. Половим, так сказать, на живца. Вы знаете, это... Очень заманчиво, но я, к сожалению, занята. Но у меня для вас есть одна горящая... Девка? Нет, подруга. Она всю жизнь мечтала увидеть Балты Балаклайкс и как раз ждет попутчика. А у меня, извините, рабочий день окончен. Лиза, спасибо. Забирай. Спасибо.